Поверхность над столом освещена, и, собственно, открытые лампы, они еще и привлекают вообще световым пятном в интерьере помещения. Опять темная стена, даже камера немножко высветляет это все. В реальности диван этот совершенно серый, а он здесь выглядит прям фиолетовым. Мне жаль. Здесь больше такое серо-белое. Серый, теплый серый и светлые поверхности столиков. Ну, покажу сюжет вот в этих глиняных кирпичных цветах на сером фоне. Посмотри на цвет. И камень император. Интересное зеркало изломано таким образом, чтобы игриво передать пространство. Здесь уже не глиняный охристый, а больше кирпичный цвет. Или, если хотите, в сторону вина. И черный. Интересное стекло. Джунгли, которые стали популярны лет 5-6 тому назад, вот уже в исполнении Калигарис. То есть они уже сегодня проникли на уровень понятный и доступный для массового покупателя. Классная скамеечка. И стульчик в стилистике Губи. И на зеркале вот эта трубка, скорее всего, для того, чтобы светиться. Хотя почему-то не светится. Хочу, чтобы ты посмотрел на цветовые сочетания. Здесь мало света, красивые тени. Здесь по-вечернему уютно.